добрый день, сэр! Огоньку! Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну это Tomb Raider, разве Tomb Raider, даже восстание или восхождение, расхитительница гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово «разь». Ну а с вами продолжаем путешествовать и отправляемся уже по сюжетным направлениям, чтобы, как говорится, Лара Крофт нас неплохо, так сказать, помучилась. Традиция, вы знаете, вебку в этот раз, наверное, не будем выключать. Посмотрим. Все-таки Новый год. Так что погнали! Так. Ну что ж, погнали. Да, хватит падать ты сюда. Сдевай здесь, падает меня. Падай. Так. Давайте сейчас сориентируемся. Что у нас с вами? У нас с вами испытание в яблочко. Две цели надо. Но технически мы с вами сегодня идем уже сюда. Так что давайте сразу займемся и вот этой секцией заодно. Поизучаем, посмотрим, поотдохнем. Всего понемногу, всего по чуть-чуть. Как говорится... Весел красен, действуем быстро и беспрекрасен. Так, здесь у вас спусков нету? Нету. Так. Давайте залезем наверх и посмотрим. Может, там будет проход на другую башню. Было бы неплохо, кстати. Реально, есть какой-то проход. А вот только вопрос теперь какой? Да что ты срезала? Наверх надо было залезать. Лара, конечно. О. Так, это что у нас? Отина-то. Я так полагаю, это тоже ломается, да? В теории, но по факту нет. Так, и для чего я здесь? Скажите мне на милость. Не знаю, для чего я тут, но для чего-то я здесь есть. Ну, давай, спускайся. Странно. Я думал, здесь что-то есть. Помните, как я хотел туда залезть постоянно, но оказалось... Нет, это просто фиг вам. Как говорится. Неплохо. Так, значит, нам туда получается. Хотя у нас есть две точки, можем туда заодно сходить. Давайте пока по двум точкам сходим, заодно пособираем и сразу отправимся туда. Я думаю, это будет логично. Плюс, может быть, еще какое-нибудь пушистое чудо встретим. Ну, а что нет-то? Я встретил какое-нибудь пушистое чудо. Живем. Нам вон туда надо. Идеально. Не
не мог не задеть кабана. Вы же представляете... О, рядом гробница испытаний. Лара. Залезай нормально уже. Так. Добываем все свеженькое. Все свеженькое, все свое, все с огорода. Все с прекрасных сибирских далей. Тут у нас где-то еще лежит парочка. Вот. Ты зачем землю... Дай за цензурю. Аккуратно. Зачем он в землю зарылся? Вот это лежит нормально, тот в землю зарылся. Я не понимаю. Кабанов. Странные создания. Так, а тут что у нас? О! И все? Могли бы сделать что-то получше, мне кажется. Кстати, получше. Отсюда наверняка можно найти еще парочку мишеней. Было бы забавно, если бы их здесь не поставили. Ну, место подходящее. Да, я все еще на них зациклен. Что вы хотите от меня? Не найти две мишени? Ну, это как-то, мне кажется, не спортивно было бы. А тут все-таки возможности есть, точки есть, цели есть. Главное просто понять, где искать. Главное понять, где искать, и мы их найдем. Так. Тем более кабан, по-моему, как бы... О! Видите? А, нет. Не она. На секунду показал, что она, но по факту не оказалась не она. Этот гейзер. Куда они могли эти мишени засунуть? У меня вот такой вопрос. Куда они могли их засунуть? Ну, я думаю, мы, кстати, в принципе, найти-то сможем. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Как говорится, записываем постоянно. Но хотелось бы найти все и забыть про них. Это, знаете, как с флагами. Это как с флагами. Чтобы есть у тебя возможность открыть. Открывай и иди дальше. То же самое. Где? О! А, вон та, да? Подождите, а у нас еще доп. Задание появилось. Давайте сразу сделаем. Как говорится, репутация тоже нужна. А то вдруг сейчас начнется битва с Константиновской армией. А вот этого задания не хватило, чтобы все они не подчинялись, как поблизости рюкзак. А, поблизости союзник, извиняюсь, рюкзак. Вы знаете, ее рюкзак. Можно с тобой поговорить? Да, конечно, рюкзак. Чем я могу тебе помочь? Нам нужна еда. Хотя бы немного сушеной свинины и грибов, чтобы хватило на пайки. О, серьезно? Лучше, чем кажется. Но мне не наскрести, сколько нужно. Если бы ты добыла вепря и принесла грибы, мы бы смогли прокормить людей еще хотя бы день. У меня как раз есть. Да пожалуйста, я только-только добыл. Тогда подожду тебя здесь. Спасибо. У меня как раз все собрано. У меня есть кабанье мясо, оно не... У меня есть кабанье мясо. Я только сейчас кабана добыл. Трех кабанов. Крупничок. Жирненький такой. О, еще парочка будет. Чем он встал? Очередь!
Все. Я-то не возражаю, шкура лишняя, нам шкура и мясо. А, может быть, у нас мясо не добывалось, может, у нас добывал что-то другое. Обильный обед. Как идет твоя охота? Да, как раз закончил. Это пойдет? Да. Да. Начну сушить мясо. Этого вполне достаточно пока что. Еще раз спасибо тебе, Лара. Рада, что смогла помочь. Охотница, неплохо. Но вы делаете запасы себе, барышня. У нас уже 105 тысяч кредитов. Никому ничего не должен, а кредиты растут, растут. Как такое бывает, я не знаю. Так. Сейчас давайте с вами в гробницу испытаний зайдем. Ну а почему бы и нет? Я сомневаюсь, что сейчас начнется прям большая такая битва. Сомнения однозначно есть на эту тему, значит, получается, сомнения необоснованные. Так, а пока что... Ну, я стараюсь так вот выслеживать все вот эти мишеньки. Я не знаю, почему включаю сразу вид отслеживания, поскольку он ни черта особо не помогает. Да, иногда что-то там может далеки загореться, но ты не поймешь, что это. Это может быть веревка, это может быть что угодно. Они, скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать. Рану за раны, пока они не истекут кровью. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры, предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа — выживание. Соберите как можно больше патронов и припасов. Спрячьте все в пещерах и руинах. Когда закончите работу, встречаемся в верхней деревне. Все ясно? Ясно. Понял. Принято. Отлично. Идите. Да поможет вам пророк. Какой пророк? Привет. 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 Яков верит тебе. Этого достаточно. Приветствую. Я могу чем-то помочь? Знаю, ты занята. Троица скоро нагрянет. У нас много дел. Но я хочу помочь. Позволь доказать, что я на вашей стороне. Прости, нам сейчас нелегко. Вижу, что ты желаешь добра, но одними благими намерениями долго не протянешь. Ну так она и предлагает тебе помочь. Чтобы не было вот этих самых намерений. Чтобы она показала, что она на вашей стороне. Сейчас бы тут уже медведи сколько переубивали. И медведи с нами глушь контактируют, чем ты. Серьезно, что за парни? Кого Яков ее вообще такую зачал, я не могу понять. Такую прямую. Так. Что-то мне кажется, вот что-то где-то вот рядом находится еще как минимум одна мишень. Там вот пещерка. Было бы забавно, если бы мишень была бы еще одна где-то вот там. Было бы вообще здорово. Забавно, как я бы сказал. А может она реально там? Ну ладно. Сейчас они пока мишенями. Давайте пойдемте пока осмотрим место достопримечательности. Привет. Привет. Ты та, что пришла с Якова? Да. Добралась сюда пешком? Да. Ну, со мной был еще Ионыч, но он там где-то загулял. Видно что-нибудь? Слушай, ты хороший наводчик, давай-ка. Говори мне, где мишень? Я выстрелю. Мне нужна такая мишень. Знаешь, какая белая с красным центром. Нету? Ну ладно. Эдлун есть, какая-нибудь мишенька.
Он мне тут сейчас подскажет. Но нет, конечно, нет никаких мишеней. Не будем мы ничего подсказывать. Опа. Тут есть что-нибудь подобное? Так, Лара, поднимайся. Вылезем сейчас на берег. Надеюсь, здесь нет никаких аллигаторов, крокодилов и всякой прочей ерунды, которая могла бы с нами как с Эйс Адвентуром поиграть. Но тут, кстати, отсюда можно посмотреть, есть... Нету. А идейка была неплохая для дохождения мишени. Куда же они их засунули-то? Но они должны быть поблизости, у них тут молодняк, как ни крути, стреляет, охотится, размножается и всякой прочей ерундой занимается. Хотя не ладно, мейтинг это не ерунда, мейтинг это жизнь, это искусство. Так, и все же, где мишень? Да, знаю, я задолбал эти мишень, ну, что-то они задолбали меня, эти мишени. Ну я же задолбался, значит, все. Значит, это принцип. Так, ладно. Как говорится, меньше слов, больше дел. Давай, ладно. Прыжками. Забавно, но прыжками быстрее. О, стоп. Что это? Оказался. Я думал, документ какой-то. О. Снаряжение отсутствует. Чтобы пройти дальше, требуется бобина троса. А у меня бобины нету. То есть это то же самое, что было у Бабы Яги и в других местах. То есть я не могу пройти в гробницу. Вы знаете, что бесит сейчас? А, нет, это отмечено. Ладно, хорошо. Тут есть еще пещера. Можно туда-то сходить? Вот почему? Я, конечно, понимаю, что тебе нужно там снаряжение и всякая прочая красота. Но почему не дают это все купить? Что у нас там с запасом? Ну-ка. Ну, запасы скудные у нас. Я буду выключать время тренировки, чтобы вы эти запасы могли увидеть. Ой, да спасибо! Гробница испытаний рядом. То есть, как мне ее давать, вы, пожалуйста, говорите ей. Нет, вы сказали бы сразу, ты к ней не доходишь до этой гробницы еще. Ты слишком неопытная. О, здрасте. Прекрасно. Сюда был лагерь базовый. О. Спасибо. Что там у вас, сэр? Сэр. Это говорить не хочет. Может, здесь будет какая-нибудь мишенька? Ну, а мало ли, висит где-нибудь такая. Знаете, они вроде такие тонюсенькие в бок, а сами себе огромные. Потом это не заметишь, а потом она оказывается вот где была. И вот, вуаля. Все бывает же. Ну-ка. Да. Ну, ладно, может, по пути будет. Зона большая. Это я привела сюда троицу. Я виновата во всех страданиях, что они причиняют. Боже, все повторяется. Опять я стала причиной чьих-то несчастий. Нет, Лара, не думай так. Иначе точно сойдешь с ума. Троица рано или поздно нашла бы путь в эти края. Так у меня будет шанс помочь остановить их. Или первый найти святой источник и использовать его силу во благо, а не во зло. Надо сосредоточиться. И не говори, Ларочка. Ради тех, кого уже нет. Кого я потеряла. Да уж. Давай, Лара. Ларусик, вперед. Лара, может, подсобишь? Наши бойцы рассредоточились по всей долине.
Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Сделаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать. Зажгите сигнал. Я могу хоть сейчас зажечь. Дай тебе только, пожалуйста, спичку какую-нибудь не горящую. Я с удовольствием хоть сейчас зажгу. Вопросов нет. О. Мышка бежал в сторону. Приветствую. И тебе привет. Есть что-нибудь на продажу? Что-то полезное? Но есть. Презерватив могу продать. Над долиной летают какие-то штуковины. Ты, должно быть, сама видела. Я их уже сбивал. Где-то здесь живет белая волчица. Я ее не видела. Говорят, она выходит только по ночам. Белый волк? Это уже какая-то экзотика мистическая. Надо будет потом посмотреть. Нет, ну а мало ли экзотика. Экзотика разная бывает. Жива? Молодец. А. Я, получается, зря круг сделал, да? Поблизости союзник. Это кула, что ли, союзник? Нет, я не возражаю, особенно с применением кудах-таптаха. Это вообще был бы шикарный союзник. Но я сомневаюсь, что речь идет о курице. Как о потенциальном союзнике. Ой, проседать что-то немножко. Монолит? Где? А, я думал, это колонна. Вроде бы какая-то карта. Но разобрать слова очень тяжело. Ну ладно, пока непереводимый монолит. Удивительно, нужен еще как-то более высокий уровень знаний. Лара уже русским неплохо владела. А им еще какой-то топ знаний уровень надо. Так, что тут у нас? Надрезанная железная монета, согнутая в форме крюка. Может быть, гвоздодер такой? Может быть, разбирали корабли, когда тащили их сюда. Сохранилось. В чем бы и нет. Вот зачем вот здесь вот делать, а? Спрашивается. Вроде причин да нет, а... Для чего же сделали вот такой заход? Наверное, чтобы что-то увидеть. А что? Вот не знаю что, но что-то отсюда можно было бы увидеть, мне кажется. Ну ладно. Давай, Ларч. Но эту мы, про эту гробницу мы уже знаем, вот она там. Так, давайте еще вот... А, подождите, тут здесь есть вход в склеп. Давайте в склеп зайдем. Потому что наверняка склеп-то нам откроют. Со склепом-то проблем быть точно не должно, я уверен. Хотя... А все может быть. Давай, залезай. Откроем сундучок советский. Давай, 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 есть. Что там у нас? Деталь тяжелого пистолета. Ой, все тяжелое, все прямо тяжеленное, тяжелюсенькое. Спуск у нас какой-то идет. Зачем, не знаю. Ну ладно. Почему мне кажется, что вот прямо здесь где-то да есть мишень? Нет, мишени все время были на деревьях. То есть, ну ладно, одна была на здании. Допустим. О. Красота, за принтскрином. О.
горстка золота, вот горища. А да, все, 5 монеток. 5 монеток, все остальные я куда-то засунул. Лара, ты куда их засунул? Что их ешь, что ли, не могу понять. Открывай, открывай! Медведь прошел. Мне право сказать, мы прибили 3 медведей за все это время. Тума. Таинственный склеп. Мне, кстати, любопытно. Они знают, что именно она скрывает гробницы их предков. Потому что в советскую эпоху они так-то очень сильно ругались на коммунях, когда те вскрывали все эти местные у них их гробницы-то. Так, это у нас полно добра. А что это сделаем? Вроде я, кстати, делал вообще. Куда делось, все не пойму. Все, готово, да? Сейчас можешь? Давай, майнер! Майнер! Так, а что это сейчас такое? А, сушеный мумий. Мило, сушеная мумия. Так. Стоп. Что? Где? Сразу добываем. Отлично. А тут у нас есть что-нибудь? Не сушеное, нет. Сушеного нет. Но вот там какие-то монетки лежат. О, здрасте. Аврора, лекарь. Так далеко от лично греческого. У нас, кстати, в той зоне еще где-то осталась одна неличная запись. О, здрасте. Путь был долгим и трудным. Людей одолевали хвори, немощь, ранения. Аврора же училась по трудам Гиппократа и других великих целителей. Только благодаря ее стараниям до Китежа дошло так много верующих. Только благодаря ей знания о целительстве будут передаваться из поколения в поколение. Ну, если это так, то, конечно, хорошо, но не опасно ли все оставлять на одного человека? То мало ли она ошибется. Потом что будете делать? Чего мне кажется, что здесь есть медведь? А, оказался он там. О, здрасте. Необычно. Я думал, как раз таки хотел, думал, он будет другому. В другой зоне, я думаю, будет особое место. Ну, давайте осмотрим. Золото есть здесь? Особое место и золота нету. Это, я так полагаю, гробница лекарши. Что дадите, мэм? Лук разблокирован. Получен новое снаряжение. С каких пор в гробнице лекаря луками торгуют, объясните. Я что-то не понимаю. Лук в гробнице лекаря. Ну это как, конечно. Это поправлю немножко, мне кажется. Да, она реально наклонилась немножко. Так, идем тогда сюда. Тут что у нас? Тут еще одна зона добычи. И
И все, и это все. Предыдущие гробницы были куда крупнее, масштабнее, а это... Тем более, это гробница лекаря. Это должен быть самый богатый человек. Как ни крути. А это... Там даже этого нет. Вот и спрашивается, что за... Ну, вы поняли. А. То есть. Это вот все. Пусть будет запас. Потом надо будет делать снова патроны, а потом их не останется. А тут хотя бы хоть что-то. Нет, я не спорю, гробница такая аутентично красиво сделана, но... В ней очень много всего пустого. Вот именно что пустого. То есть сделана огромная гробница, но ничем не заполнена. Давай, Лара, вылезай. С другой стороны, мы ее изучили, собрали, забрали, как ни крути. Это вот переходы вообще шикарно сделаны, мне нравится. Давай, добывай. Будет забавно, если мы сейчас будем выходить, а тут окажется медведь. Как много руды. Ладно, давайте зажжем гребаный факел. Так, нам туда надо, поэтому я сейчас вебку выключу, чтобы грамотно все записать, окей? Так что давайте. Погнали. Какой союзник поблизости? Я не вижу никакого союзника. Я вижу только древку. Так. Ну, идемте. Так. Отлично, забрались. И мишени нету. О, вы только посмотрите. Это же самый эпичный вид в игре. Красота. Какая красотень. Давай, Лара, аккуратненько. Держись, держись. Не смей мне тут падать. Ишь, что затеяла. Так, аккуратненько. Давай, забираемся, молодец, молодец, уля. Так, проверяй на всякий случай на наличие мишени. Я-то увижу, если она здесь есть. Вот, кстати, горит, что этот никто не зажжет. Из чего они делали ее? Из кирпича из людей, что ли? Вот реально, прямо ссыпается только в путь. Я, конечно, понимаю, тысячелетние эрозии и всякие прочие прелести. Ну уж можно было хотя бы каркас укреплять время от времени. Так, аккуратненько. Аккуратненько, спокойно, не поднимем, спокойно. Ну, либо она под... с нами упадет, либо я не знаю, что будет. Да неужели?
Наконец-то! Лара научилась делать огненный напалм. Изготовление огненных стрел. Используя рептягу с маслом, можно создавать огненные стрелы. Ими можно поджечь одежду, взрывчатку и врагов без брони. Выберите огненные стрелы, нажимая несколько раз, пока не появится изображение огня. Гениально! То есть теперь эта функция добавлена. Помните, я в прошлый раз говорил про эту функцию самую? Чтобы добавлять, так было удобно. О, теперь она есть. Так, нам теперь сюда. Давай, ладно. Так. Так, нам куда? Получается, сюда лучший вариант. Почему-то мне кажется... Блин, извиняюсь. Почему-то мне кажется, что вот здесь сбоку что-то есть. Вот здесь, видите, тут есть помо... А, я тут не допрыгнул, как ни крути. Так. Лягай, не мешайся! Оу-оу-оу-оу. Гори светлым пламенем, Амора! Спасибо, Лара. Наши люди предупреждены. Теперь у них будет время отступить. Приходи в верхнюю деревню. Я собираю там бойцов. Хорошо. А, ну и сюда она сама, конечно, спустилась. Готовка к бою, масло. Можно... А, то есть мне пополнять надо будет ее. Может, в том же месте после того, как... А, то есть она вечно это масло, но пополнять все равно стоит. То есть вот предыдущий мужик мне жаловался, что у них нет топлива. Теперь у них, оказывается, этого топлива полно. Чтобы усилить особые стрелы, удерживайте РБ. А что я здесь выстрелил особыми стрелами? Ничего здесь не выстрелил. Так, давай спускаемся. Поблизости союзник. Где? О каком союзнике идет речь? Я никого не вижу. Мне вверх получается, да? Получается, да. Ладно, идемте вверх. Только, может, 39 минут записываю? Нормально. Привет. Надеюсь, стрелять из него ты умеешь. Нормально умею. Че нет, нормально умею. Яков, к тебе летят вертолеты. Срочно сюда, беги скорее. Ладно, ты не торопи. За баррикады, бегом, бегом. Сейчас прибудем. Осторожно, не высовывайся. Да, вот это эпик голливудских масштабов начался у нас. Ларой затоплен до деревни. Здесь есть куда зайти? Давай-ка взглянем, что у нас здесь есть. Мутная вода какая. Так, ладно, плывем полем, потом распределимся, что-то где и как.
Вы так-то сделаете? Что вы пиздите? Где святой источник? Говори! Стой! Оставь их, не надо! Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно, говори, что там за атлас. Наконец-то! Дробаш! Не давай ей головы поднять! Ты идиот, выходить на лару! Да слышу! Да я хотя бы раздобуду здесь все полезное. Смотри, сколько здесь всего вкусненького. Реально очень много. Там вообще красота, сколько вкусненького. Пожалуйста, нет! Да, не подходите, я сама все сделаю. Ай! Так, кто следующий? Только лута, ребята, у меня все, у меня, кажется, очки навыков набрались на 100 лет вперед. Ой, столько здесь всего, ребятушки, ребятушки, мы богатые. Так. О, добрый день, сэр! Огоньку! Назад! Она моя! Гори! Гори, синим пламенем! Гори! Мы отходим! Я не видел вас. Напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Да спокойно. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Да манипулирует она тобою. Вот серьезно, Константин. Ну, вроде современный мужчина, должен понимать. А, ну есть. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее, ради тебя, ради Троицы. Прошу,
Укажи мне путь. Ты слишком сильно сжимаешь ручки. Что ж, значит, кровь. А если у тебя там цветы появились, ты бы цветы раздавал? Какой суровый мужчина. Прости. Мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? И то, и другое. Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Да. Мне бинты нужны. Что? Яков, нам сильно досталось. Мы разбиты, и нам некого отправить в Акрополь. Я знаю. Я присмотрю за ранеными здесь. Надо им найти убежище. Потом соберем тех, кто еще может воевать. Софья будет сдерживать Троицу до нашего прихода. Помощь будет скоро. Я молю Бога, чтобы ты был прав. Я пришлю гонца, когда мы будем готовы. Бери обувь. Нам ботинки пригодятся. Ну ты как сам? Ты точно не пойдешь со мной? Твоя помощь была бы очень кстати. Мы потеряли слишком многих. Мне нужно эвакуировать раненых. Но когда мы будем готовы, мы пойдем за тобой. Твоему народу повезло с тобой. Как себя чувствуешь? Как олень на вертеле. Дышать больно. Кровотечение прекратилось. Скоро дадим лекарство. Тебе удобно? Насколько это возможно? Мужайся. Ты будешь жить. Спасибо. Олень на вертеле. Она хоть в курсе, что оленю кое-что в задницу в этом случае засовывают? Яков, чего мне там ждать? Когда-то он был крепостью. Но с тех пор превратился в руины. Многие мои люди живут там. И они понятия не имеют, что их ждет. Я слышал, вы храбро сражались. Разве у нас был выбор? Вы могли бежать, но решили сражаться. А это и не выбор. Диалоги. Мы же не трусы. Ногой подвигать можешь? Хорошо. Отогревайся. К тебе скоро подойдут. Я могу подождать. Если есть те, кому лекарства нужнее. Это уж мы решим. Дай с тобой поговорю. Ну, этот мёртв. А ты? Как ты? О, проклятие. Прибудь же с Богом, друг мой. Яков спрашивает... Господь твой защитник. Оберегающая тень у десницы твоей. Солнце не обманет тебя днем, луна не тронет ночь. Тебе что-нибудь нужно? Будем жить. Господь убережет тебя всегда от ныне. Яков, хватит этой чепухи. Более того, говорит человеку с поломанной шеей, как ты? Немножко цинично, мне кажется. Я до сих пор не вижу. Все расплывается. Этого следовало ожидать после удара по голове. Или пока нас всех не убьют. А там уж... Я не могу спасти ногу. Рана слишком серьезная. Что?
Что это значит? Это значит ампутация. Ее придется отнять. Прости. Мне прострелили ногу, но я держусь. Могу подождать. Прошло много месяцев с тех пор, как сердце Китежа сковали горные снега. Мы отправляли людей на поиски припасов или выживших горожан, но никто не вернулся. С ледников доносятся странные звуки, но остался ли там кто-нибудь живой, не знаю. Возможно, это просто стонет лед, но я не побоюсь сказать, что звук напоминает людские голоса. Быть может, это призраки воинов пророка до сих пор сторожат обледеневшие улицы. Мы не станем больше посылать людей внутрь. Нужно признать, что и пророк, и город для нас потеряны. Мы теперь сами по себе. Такое ощущение складывается, что и яматайская царица Кимика, и бесный пророк из Китежа — это, по сути, два человека, получившие одну и ту же мощь. Ну, просто заметьте, слишком очень много совпадений. Лед, холод, бессмертие, это безумные войны, армия бессмертных. Повезло тебе. Если бы прошли насквозь, ты бы кровью истек. Повезло? Не отнимай ногу! Пожалуйста! Либо так, либо гангрена. Уж извини, товарищ. Аж. Я не могу, ты же знаешь. Пророк уготовил всем нам свою судьбу. Это я же возьму. Так, винтовка разблокирована. Вернитесь в базовый лагерь. Спасибо. Какая-то винтовка разблокирована. Привет. Привет. Кажется, зря мы в тебе сомневались. Для нас честь иметь такого союзника. Благодарю. Тебе патроны нужны, возьми вот. Употреби в дело. Спасибо. Дала патроны, реально. Спасибо. Ты там сражалась как дьявол. Чувствуется опыт. Что есть, есть, есть такое. Вот, возьми патроны, тебе от них больше толку. Спасибо. Ну, это не патрон, это лук, это скорее болты называется правильно. Ну, ладно, ты в шоке, понимаю. Привет. Снова привет. Привет. Ты хорошо сражалась. Я рада, что могла помочь. Привет. Какой культурный молодой человек. Всем привет говори. Респект. Как вы себя чувствуете? Я могу что-нибудь для вас сделать? Нет, мы просто ждем врача. Кто это? Я не узнаю. Просто дай мне поговорить. Жалко ее, конечно. Как вы, ребята? Идешь на поправку. Жить буду. Конечно. На здоровье. Привет. Я слышала, ты сражалась вместе с нами. Делала, что могла. Я рада быть с вами. Смотрите, вся перевешена на Рэмбо ходящий. Конечно, поправится. Наверное, мне пора идти. Будь осторожна. Ты нам очень помогла. И я не хочу потерять тебя. Буду. Давайте пока осмотрим, что тут у нас еще есть. У вас как? Кажется, у вас тут все схвачено. Я видел тебя в бою. Я рад, что ты с нами. Спасибо. Вот, мы это забрали у мертвых. Им они уже ни к чему. Потерпите. Зачем листья, не знаю, но за патроны спасибо. Я могу чем-нибудь помочь? Не сейчас. Мы готовимся к переноске раненых. Мы нашли эти припасы у врагов. Тут немного, но... Спасибо, ребят, спасибо. За меня всю работу сделали. Сэкономим, так сказать. Что тут еще есть? О! О, вижу. Видите? Вот и я вижу. Оно есть. Так, и куда мне на этом залезать? Ну, либо это поджигать можно, кстати, как вариант, наверное, тоже там. Но у них очень грамотно здесь все обустроено. За это респект. О! А, это масло. Ну, ясно. А масленки, кстати, помечаются вот так, в принципе, по местам. Если посмотреть-то. Особо не пом... Нет, пометок нету.
Да, но, слушайте, мне реально нравится, как здесь все сделано. Очень красиво, грамотно. Без каких-либо особых претензий, я бы сказал бы, с моей личной позиции. Это я заберу. Да, что-то сейчас проседает немножко, конечно, я заметил. Но это, наверное, из-за огня, я так полагаю. Сейчас уйдем в более-менее такое безогненное местечко, все будет нормально. Ну, к примеру, вот. Тихо, спокойно. О, наверху что-то есть. У них реально такие хорошая была деревня. Они разгромили целую хорошую, крепкую, массивную деревню. Вот никакой совести нет. О. Карта обновлена. Так, что у нас появилось? Так. Вот, деревенька-то сразу и обросла всем необходимым. Так, ну давайте сейчас поищем с вами базовый лагерь лучше. А все остальное пособираем, наверное, чуть попозже. Здесь должен быть базовый лагерь определенный. Но не может не быть базового лагеря здесь. Слишком далеко прошли, слишком много всего сделали. Приветствую. Приветствую. Замри. Я пытаюсь, но... Боже, как больно. Ну, что поделаешь, терпите. Нет, а что еще могу сказать? Живи или помри в этом случае. Два варианта, третьих нет. Потерпи еще немного. О, боже. Да. Так или иначе, ребят, давайте тогда мы с вами на этом сегодня закончим. Лара, повернись ко мне, повернись вот так вот ко мне, вот так повернись, аккуратненько, я закрыл скринь. Ребята, давайте, о, молодец. Вот он что сзади прямо великолепно, право как сину поставил, молодец. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Спасибо всем, кто к нам сегодня на нее заходил. Спасибо всем, кто с нами... Ну, не трансляция, а премьера, вы понимаете. Если нравится наше прохождение, обязательно переходите по ссылке в описании. Вот прямо говорю, ссылочка в описании. Да, под стол и под... Такую музыку, конечно, не очень получается веселье. Но, в самом деле, было очень хорош прям у нас запись. Так что, ребят, буду всем очень рад. Ну, а с вами был Вескер, глава Umbrella Tech Inc. До скорой встречи, всем пока. Увидимся!